Все готовы играть. Это день. Какой сюрприз открывает игрок номер один. Доброе утро, город. Значит, вчера вечером ко мне подруливает младший. Он обычно смотрит ролики в интернете, ну что, ну максимум подпевает им, ну что, максимум парочку слов новых подцепит. Можно подумать, что он их от меня не слышал. Но прикол с ним не в этом. Прикол в том, что он посмотрел, судя по всему, я не знаю, где он это нашел, какой-то бьюти-канал. Откопал клей старшего брата и поставил себе шипы. 2 дня отмывала. Хороший детский клей, качественный. Собственно говоря, это из тех ситуаций, когда вы видите в ролике что-то, что кажется вам хорошей идеей, потом делаете публичную глупость, а от этого страдают другие. Например, те, кому приходится отмывать клей. Нет, я не скажу, что он не выглядел классно, но я считаю, что, во-первых, в 5 лет гнаться за модой рановато, во-вторых, почему клей? Там столько удобных гелей в ванной стоит. Из этого городу вывод. Думайте, прежде чем что-то вам кажется хорошей идеей. Спасибо, пас. Спасибо. Игрок номер 2. Доброе утро, город. Данэрис, красный игрок. Смотрите, я не очень поняла посыл речи первого игрока. Я ее очень сочувствую, но поиграть с ней пока не могу. Вот. Ибо по мне так не особо есть что играть. Вот, не знаю, за нашими столами пилить единицу что-то считается дурным тоном как-то, вот, поэтому, ну, я не буду ее выставлять, она напишет в конце круга, с кем она играет. Смотрите, я не даю ей черный цвет. Вот, я хочу услышать ее позицию. Услышать, увидеть, в общем, неважно. Тогда уже буду выносить о ней суждения. Вот. Просто про настроение. Да, настроение паршивое, но как бы сейчас мое настроение абсолютно не связано с цветом моей карты, потому что достала я красную. И это время. Игрок номер 3. Доброе утро, город. Ну, как вам определять цвета 1-2? Двоечки, осторожно, не поиграл с единичкой. Ну, предупредил, да. А, за скобки. Понятно. Ну, единичка, мне сложно вот с определением цвета единички, поэтому я буду присматриваться к ходам. Вот присматриваться к ходам. И там уже дальше будем проверять шерифы, ходы. Поэтому за скобки единичка и осторожно за скобки двоечка. Пока поиграю только с 3. Ну, честно, я не могу прям вот сказать, вот двойка прям красная, единичка серенькая. Ну как, я осторожно, я же не знаю, кто есть кто правильно, поэтому я же могу так себя вести. Вот. Я буду очень осторожно играть. 5 секунд. Вот, поэтому имею право. Спасибо, мирным, удачи. Давайте все-таки попозитивнее, хоть все такой усталый и вялый, но давайте все-таки позитивнее относиться к этой жизни. И это время. Игрок номер 4. Доброе утро, город. Я пока что, наверное, сыграю только со вторым игроком, потому что... Почему со вторым? Смотрите, мне показалось, что первая открыла, ну, нехорошо. Почему нехорошо? Потому что она могла поговорить... Она о чем поговорила? Она говорила до этого. Почему 2 красные? Просто первый и третий менее красные, чем она. Все, мне надо с кем-то играть. Я же не могу сказать, так, красный город начинается с игрока номер 4. Я же не рассматриваю версию, что 1, 2, 3 все черные игроки, правильно? Это плохо было бы, если я бы сказал такое, что красный город начинается с игрока номер 4. Все, кто красные игроки, играют с игроком номер 4. Это странно. Поэтому играю пока что с 2. Она наиболее красная между 1, 2, 3. Первая говорила, что будет рассказывать анекдот. Анекдота не было. Рассказала что-то, что происходило у нее в жизни. Это можно сказать за черную карту. Поэтому пока что для меня вторая больше красная, по которой я поговорил, я бы на ее месте поговорил бы также по первому игроку. Поэтому пока что играю 2. 10 секунд. Третий как-то сомневается, а потом это оправдывается. Но я же могу оправдываться. Но это как-то странно. Поэтому пока что только 2. Спасибо. Игрок номер 5. Я не очень так, вот 4 может быть, конечно, и красный игрок, но вот эта вот логика мне совершенно вот она не зашла. Не мое. Потому что единица, она поговорила нормально,
анекдот, вот знаете, раньше были исторические анекдоты, это вообще там анекдотом не назовешь, а просто какие-то вот истории такие из жизни. Так что вот единица рассказала с эмоционалом, с хорошим, с позитивным, так что пусть будет, я пока поиграю с единицей. Два не поиграла, выставлять не хочет, что типа там в клубе не принято. Я считаю, что вот каждый вот считает, что у выставления там попила по нулю больше плюсов, он должен выставлять, особенно если с единицей не играет. Если считает, вот я, например, считаю, что попил не стоит делать, так лично вот я не буду выставлять. Но это не значит, что того, кто выставит, я назову черным там или буду играть против него. Ну, это вот лично так вот моя позиция. 10 секунд. Тройка не играет ни с кем. Я вот у вас спрашивала, кто у вас покраснее, один или два, но вы меня не видели, тройка. Вы можете показать, кто у вас покраснее за один-два? Два покраснее. То есть 3-4 я не беру по позиции. 6. Доброе утро, город. Так, ну, получается, что никто ни с кем не играет из 1-2-3. Значит, что могу... Все, Нанера, что вы показываете? Все, говорю. Так, игрок номер один. Позитивно достаточно, ну, цвет вообще не дает никакой. Игрок номер два рассуждала, по эмоционалу тоже не могу ничего сказать. То есть только игрок номер три начал как-то искать, за что уцепиться, за какие игровые моменты. То есть вот первый игрок, который пожелал победу городу, то есть вот понравился мне действительно игрок номер три, игрок номер четыре. Вот я услышала так, что игрок два покраснее, а потом такое что-то вот сумбурное, то есть ничего не поняла, много-много говорил, много букв. Пять понравилось, но по позиции не могу с вами сыграть. Моя команда 3-6. Спасибо, победу красному городу. Спасибо, игрок номер семь. Доброе утро, город. Я не увидела ничего плохого в единице, уж черного уж точно. Ну, со скобки, может, и можно, но мне кажется, что 2-3 слишком уж как-то осторожничают. Или ролевые карты, не знаю. Ну, как бы и 4 тоже, как бы, вроде как и против всех поиграть не может, и кого-то нужно выбрать. Короче, я не знаю, у меня получается, город начинается с пятерки. Красный. Так, может быть? Слишком много черных вначале было. Я не может быть? Ну, 4 шерифа я не могу назвать. 1, 2, 3, 4. Но какие-то все-таки осторожные. В общем, я начинаю играть только с Мирабель, потому что шестерка говорит, ну, как бы мне по эмоционалу не понравилась и команда странная, остальных как бы тоже я не могу взять в команду. Ну, в общем, больше всего мне зашла пока Мирабель, я поиграю с ней. А с проверкой четверки согласна. Только я ничего не могу понять, кто с единицей. И это время. Я не вижу, что с ней не играть. Госпожа Нанера. Я говорю, что у вас 5 играет с 1. Мирабель, которую вы называете в своей команде, она играет с 1. Это то, что я вам показываю. Вот, знаете, так, я такая думаю, блин, ведьмак каждый раз говорит одно и то же, кому выгоден попил, по нулю и так далее. Думаю, хватит, ладно, он меня сожрет в следующий раз, конкретно ко мне обратиться. Причем я скажу так, окей, Кси хотела рассказать веселую историю, по ее мнению, она была достаточно веселая, по ситуации она просто пипец, какая у нее веселая была. Причем самое интересное, что она даже вывод сделала по-аводонски такой вот. Я скажу, вопреки, наверное, предыдущим каким-то играм, я сейчас действительно больше отмечу 1,5-3. В какой-то момент мне не понравилось, что он как будто оправдывается, почему он не хочет 1,5. Да не бери их, и все, в следующий раз послушаешь, как какие-то оправдания. Это меня просто насторожило, я не говорю, что черный. Вот, поэтому это меня пока на данный момент 7 не добрала. Игрок номер 9. Доброе утро, город. Один, вы напишите свою, с кем вы играете, или все-таки хотите, чтобы вас выставили. Я не хочу выставлять, но если вы напишите свою позицию, как бы, пишите, да? Окей, я подожду. Пока я говорю, меня 1-2, как бы, поговорили довольно нейтрально, по эмоционалу, как бы, даже 2 эмоционала хуже, но 2, может быть, с таким эмоционалом играть за любую карту. Поэтому у меня они пока бы за скобками, но, наверное, будут по... Ну, 1, наверное, даже более покраснее будет, чем 2, судя по городу, чисто как если я поиграл в остальной город.
У меня же 3-4, возможно, что-то есть, как бы, ну, у 3 был эмоционал хороший. У 4 тоже был неплохой эмоционал, как бы, но у меня 3 позиции ближе, как бы, просто. Позиции я должен склонить играть с 3. Пока. А там дальше 5, в принципе, мне не нравится, как играть по 3-4. Я не планировал просто 3-4 оба красные, поэтому я пока поиграю... Секунд. Не позиционно. Мне позиция просто не строится. Пока поиграю очень осторожно 3, 5... И 7-8. Так, такая вот команда. И это время. Игрок номер 10. Не против 2. Не против. Игрок номер 10. Доброе утро, город. Доброе утро, город. Во-первых, с кем я играю? Как начинающий программист, поиграю со степенями двойки. 2-4-8. Значит, с двойкой за то, что оставил единицу за скобками. Как раз единица эмоционально позитивная, но такую речь могу заготовить как черный, так и красный. Значит, четверка играет с 2. Значит, у восьмерки, как понял, мне больше всего не понравилась тройка, которую я играю, поэтому я беру свою команду восьмерку. Значит, кто у меня самый подозрительный? Самый подозрительный – это игрок номер 5, который крышует единицу. Когда у нас крышуют, то обычно крышующий более черный, с большей вероятностью, чем крышуемый. Но еще более подозрительный для меня игрок номер 7, который я бы отправил на проверку. Потому как она, сидя на семерке, не нашла у себя до себя большого количества красных игроков и поиграла только с пятеркой. Это при том, что пятерка играет с единицей. То есть семерка, если играет с пятеркой, должна была обязана взять единицу. Поэтому семерку я бы отправил на проверку. А может, и сам бы проверил. И это время. Никто не был выставлен. Город уходит в ночь. Пока город спит, мафия пишет, кого стреляют, Дон и шериф пишет, кого проверяют. Доброе утро, город. Традиционно недоброе утро для игрока номер 1, госпожа психопатка, ваша крайняя и право лучшего хода. Доброе утро, город. Начну с лучшего хода 3-4-7. Объясню. 3-4-7 принят как лучший ход. Ним сказала, что для нее город начинает рассуждать с пятерки, но не услышал, как 4 со всего разбега и пузиком начал въезжать. Кстати говоря, также прослушав логику госпожи Мирабель, я подумала, что 3-4 действительно могут рисоваться в одну команду. Но 7 и 4 у меня гораздо подозрительнее, чем 3. Я еще раз повторяю лучший ход в порядке подозрения. 7, 4, 3. 10 секунд. Почему я поиграла с десяткой еще до его речи? Потому что я увидела, что на речи семерки он на руках просил ее на проверку. Сама шерифом не являюсь, но его подозрение... Мы прощаемся с игроком. Этот день открывает игрок номер 2. Доброе утро, город. Смотрите, сейчас послушала лучший ход от психопатки. Но вот у меня по тому кругу мне не понравился тоже 3, и мне не понравился, кто у нас 7, я почему-то думала, это не ценник 7, 7, мне еще позиции не ценника не очень, 4, и мне еще не понравился игрок номер 6, вот, значит, если брать мои подозрения и лучший ход, да, выставляю игрока номер 3, чем мне не понравился 3, игрок номер 3? Игрок номер 3 практически не дал позицию по двум поговорившим, то есть он обоих оставил за скобками, хотя по второму игроку можно было поиграть или не поиграть. 10 секунд. Еще полминуты шли оправдания. То есть вам не надо оправдываться. Вот. 6 мне не понравилось, что она не поняла 4. Игрок номер 3. Доброе утро, город. Для двоечки еще раз скажу. Моя
речь началась с того, ну как вам давать цвета, когда единичка может поговорить как угодно, и за красный, и за черный, так, а двоечка, ну, так, по эмоционалу непонятно. Хоть и словесно объяснила, что настроения нет, но я не могу дать цвет, я же не могу сказать двойка красная. Вот я еще раз повторю слова на нулевой круг. Я же не могу сказать двойка красная, ну, за что? Пока непонятно, поэтому я не сказал, что двойка черная, не сказал, что единичка черная, красная. Поэтому просто за стопки я объяснил, почему. Вот теперь по столу. По столу. Четверка говорит, что красная проверка. Поиграю, хоть и нафтопила меня. Поиграю также шестеркой, которая взяла не популярной позиции, только тройку. Это мне понравилось. Также. Ну, выставляю два тогда, выставлю два. Сейчас, пусть пока... Два, вот, принято. Стоит. Девятка мне понравилась, десятка, смотрите, вы говорите... Лето, время, игрок номер четыре. Да, хорошее выставление третьего, я очень подозреваю третьего, он повторил свою речь нулевую, то есть это уже нерелевантная информация, есть новые... Поговорило много игроков после него... Вот, поговорил он нехорошо на этот круг, поэтому выставляю 3, выставляю 6. Вы выставили 6? 6, принято. Не выставили. Вот я выставляю 6. Я думаю, смотрите, я проверенный красный, я предлагаю, я думаю, надо пилить троих, потому что, смотрите, я знаю, кто шериф, вот, шерифа я не буду пилить. Я знаю, кто шериф, выставите как можно больше кандидатур, вот там... можно седьмую выставить, там, если что, там, еще кого-то. Пока что для меня десятый больше секунд. Красный. Не понял, въездов 5 у меня, вот, поэтому подозреваю немножко 5. Хотел бы, чтобы 5 тоже было выставлено. В конце я напишу по плюсу. Игрок номер 5. Ну, вот между 2-3, я думаю, разноцвет, они так друг против друга играют, так выставляют. Красная проверка на стороне двойки, я поняла, да? То есть вы поддерживаете выставление тройки, окей. Вы сами выставляете шестерку. Ну, шестерку я послушаю, эту часть речи, видимо, пропустила, потому что я позицию не слышала. То есть хорошая проверка между 2-3. Хорошая проверка 7, например. Я выставляю игрока номер 7 осторожно. 7, потому принято. Что с десяткой я соглашусь. Он хоть вот там подозревал меня тоже, но он правильно сказал, что если 5 крышует единицу, то 5 чернее, чем 1, а если 7 крышует 5 и 1, то 7 чернее, чем 5 и 1. То есть единица красная, я красная, а 7 тут получается более подозрительно. По этой вот логике для меня 10 красный, несмотря на то, что он со мной играет в противоположной команде. 10 секунд. Ну, с четверкой играю, красная проверка, ничего не поделаешь. Восьмерка для меня поговорила по красному. Между 2-3 я бы разбиралась, между 6-7 бы разбирала. 9, получается, остается красным. И это время. Игрок номер 6. Так, доброе утро, город. Так, ну, я поддерживаю выставление семерки. Для меня пока что это самый подозрительный игрок по столу. Я подозреваю игрока номер 2, то есть она играет против меня, играет против тройки, которую, с которым я поиграла. Говорит о том, что тройка мог бы разбираться по всему игроков, но, на мой взгляд, у него вполне адекватная была позиция. Игрок номер 9, сыграв непозиционно, хорошо объяснил свою позицию, поэтому для меня он покраснеет. Так... Сейчас попробую сформулировать команду, это уже не позиционно, но вот те, кто для меня наиболее красный. Так, значит, однозначно четверочка, но я с ним играю, потому что он красная проверка. Тройка, 5, мне нравится, как она рассуждает, хоть я для нее подозрительна. И это время, у меня игрок номер 7. Доброе утро, город. И выставляю игрока номер 5. Ну, как бы я не понимаю, почему вы меня втапливаете. Да, я хотела сама поиграть. И из так, точно по такой же вашей логике я красная. И единица была красная, как вы понимаете, то я не понимаю, почему вы меня выставляете, серьезно. И играю с четверкой. Четверка с тройкой разбегается, дружит с двойкой. Ну, как бы... Окей. Четыре. Хорошо. Так.
Я играю 2-4, я не хотела играть против пятерки, мне нравится, как она рассуждает, и чисто выставляю вас, потому что 10 вы выставили секунд. Меня, мне не хочется как бы стоять на попиле одной, скажем так. Странная речь десятки, а, девятки и десятка у меня втопила. В общем, что-то сильно много меня топит, мне кажется. Игрок номер 8. Что-то бардак какой. Что за детские приколы в ответ, блин? Ну как-то, мне нравится, но вот в ответ я вас выставлю. Опять хотя бы объяснила, почему у нее есть какие-то сомнения. А вы только потому, что ответ. А, не нравится мне. Четверка, окей, красная проверка. Что-то у вас чушь какая. Как вы опять становитесь таким невнимательным, я не понимаю. Как вы не видите? Видите, что тройка с шестеркой, когда вы ее не выставили. Короче, ладно, красная проверка, окей, хорошо, допустим. Причем красная проверка у нас хочет пилить. Я бы тут не пилила, у меня сейчас и 7 не нравится, и не нравится, блин, мне 7 по-любому. Что тут еще можно сказать? 10 играю, 2 как-то невнятно, 3 вроде осторожный, но пока больше красный, пока. 3 с 6, 6 мне тоже пока покраснее. В общем, вот такие вот образы мне не нравятся. Пока. Игрок номер 9. Больше. Самый подозрительный 7. Доброе утро, город. Вы тоже хотите пилить игрок номер 4? Меня попил, как бы... Мы двоих или пилим в этой версии мафии? Попил на троих, когда семерка, даже если это красный игрок... Такой красный игрок городу, как бы, я бы просто семерку убрал. Или просто 2-3-7, свободное голосование, тоже даст информации, даже больше, наверное. 2-3-7, больше никого. Не ставит красный город руки. У меня там максимальная концентрация армафии 2-3-7. Может, там 2-3, я мало верю, что там 2 краска между 2-3. 7 для меня очень черное. 5 играю, то есть 4 игрока красперка. 5-6-8 для меня там тоже много красных. По красоте, наверное, сначала 5, потом 8, потом 6. Это так вот. Такие вот градации. У меня получается... 10 секунд. 2-3 могут вместе быть мафом, получается. Либо куда-то заигрываю. Да. Блин, ну не знаю. Ну, 7 очень по-черному говорил. Я бы сейчас 7 просто... Я буду говорить 7. Это время. Игрок номер 10. Доброе утро, город. Ну, мне, в принципе, не особо нравятся папилы при 9 при живом шрифе. Но если красная проверка так считает, так и будет. Я уверен, что он красная проверка, потому что если он был уже красная проверка с идеей побелить троих на 3 в 3, то настоящий шрифт бы возмутился. Так что четверка красная проверка на этот круг, с ним играю зубы. Соответственно, играю с двойкой, с которой играет 4. Значит, 2 и 3 выставляют друг друга. Мне с нулевого круга 2 нравится больше. Значит, пятерка на сей круг выставила семерку. На сей круг мне пятерка нравится. Так. Значит, шестерка поддерживает выставление семерки, но против двойки. Так что мне шестерка не очень нравится, но семерка опять большую часть круга она почти не давала позицию. Значит, восьмерка несколько наехала на красную проверку, но сейчас думаю не только восьмерки. Девятка, семь у него очень черный. Ну, в принципе, 10 секунд. Я думаю, голосовать по игрока номер 7. В принципе, красная проверка не против оставления семерки. Говорит, что знает, кто шриф. Значит, семерка у нас шрифом любой версии не является. Так что семерка может уходить. И это время. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки 3, 6, 7, 5. Голосуем в порядке. 3, 2, 6, 7, 5. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 3? Спасибо, принят. Один голос. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 2? Спасибо, принят. Один голос. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 6? Спасибо, принято. Два голоса. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 7? Спасибо, принято. 5 голосов. Игрок номер 5 получает 0 голосов. Игрок номер 7, ваша крайняя. Ну, я, честно говоря, не думала, что у меня соберется столько рук. Ну, теперь смотрите. Кто голосовал, значит, там большинство мафии. И притесались еще красные, судя по тому, что
Ну, как бы вы все знаете, да, если все топят в одного игрока, то, скорее всего, он красный. Желаю победы красному городу, и как бы то, что я выставила пятерку, я выставила, я, ну, не собиралась в нее голосовать. Я бы присмотрелась все-таки к шестерке. Сейчас, по-моему, наиболее черная. Дальше разбирайтесь. Спасибо, пас. Спасибо. Мы прощаемся с игроком. В городе наступает ночь. Все выключаем камеры. Мафия пишет, кого стреляют. Дон и шериф, кого проверяют. Доброе утро, город. Утро недоброе для игрока под номером 8. Ваша крайняя. Ну, господин Азмозис, товарищ опытный игрок, вы поэтому меня хотели, да, на попил поставить? Потому что шерифа нашли, да? Не надо мне так головенкой своей. Вы никакая нифига не красная проверка ни разу вообще. Госпожа Мирабель подтвердит. Я проверила 5, сейчас проверила 2, потому что она с 4 играла. 2 тоже красная. Но с другой стороны, ну как бы я давайте так, проверки, естественно, больше сделать не могла. Сейчас из того, что я вижу, у меня пока, естественно, 5 и 2 красные. 10 покраснеет. Что опять? Что, Мирабель? Ну, в общем, смотрите, 4 объявил себя красной проверки, возможно, может, готовился к вскрытию, я знаю. 4 однозначно черный. Тень, и может, вышла черная. Да. Она против 6 топила. Мы прощаемся с игроком. Этот день открывает игрок номер 3. Доброе утро, город. Но восьмерка играла 1-5. Почему она по первому кругу пошла пятерку проверять? Вот это вот момент. В первую ночь, почему она пошла пятерку проверять? А у четверки была семерка, да, шериф? Четверка, кто вам скрывался шерифом-то? То есть, а он у вас за столом, если это... А, вы шериф? Кто... Еще раз, 3 черный у вас, я с вами голосовал в 2 вместе. Ну, вот странно. Не, ну выставляю тогда 4, и я красный, зачем мне это? 4. Ну как я красный, как вы можете быть шерифом? Извините. Если между восьмерки и четверки, я понимаю, что я красный, значит... И это ври. Игрок номер 4. Да, я господин Яценик. Мы сейчас заголосуем игрока номер 2. Выставляю игрока номер 2. 2 вот. Принято. Вот, все красные голосуют в 2, потому что я шериф. Третий проверенный черный, но он не голосуется. Спасибо. Азмозис, какая вторая проверка? Игрок номер 5. Авадон, ты моя красная проверка. Так, ну вот я после этого думаю, что сейчас никто из города четверку как шерифа рассматривать не будет, потому что, допустим, это шериф, который на прошлом круге говорил, что не согласен, чтобы 2 участвовал в попиле. Поэтому я думала, может быть, там 2-4 вместе, там, может быть, кто-то из них кого-то там, кому-то вскрылся уже шерифом сейчас. Если 2 красная проверка у моего шерифа, мой шериф это однозначно игрок номер 8. У меня нет никаких проблем, что она пошла меня и проверила ночью. Проверила, чтобы... Так часто бывает, да. Невозможно по-другому найти цвет игрока, только пойти проверить.
а потом с ним вместе играть в одной команде. Вообще никаких проблем. Два красная проверка. У четверки три черная проверка, при этом три как бы посидит, да, а уходит два, которые вообще тут ни при чем. Это для меня не шериф, вообще ни в какой вселенной. Поэтому четыре сейчас только уходит, и все. И даже просто вот по логике игры, один шериф ушел, пусть уходит второй. У нас останется два черных по обеим. Игрок номер шесть. Доброе утро, город. Выставляю игрока номер 4 на голосование. Стоит. Так, смотрите, игрок номер 4, думая, что он красная проверка, была потом к концу круга понимала, что, скорее всего, шериф — это двойка, потому что он ее крышует, он не дает ее голосовать, и к концу круга я поняла, что ну, надо было с двойкой поиграть. Сейчас однозначно играю с пятеркой, с двойкой. То, что тройка, черная проверка у четверки говорит о том, что тройка красная. Я с ним как играла, так и продолжаю играть. Но мне, правда, не понравилось, то ли он не увидел, что показывал, что три черные. То есть не сразу среагировал. Так, кто у нас остается? У нас остается девятый, десятый игрок непроверенный. Я красная. Семерка, скорее всего, уходила черной. Ну, по отстрелу поймем, посмотрим. То есть, ну, правда, не поймем, потому что будут красные. У меня игрок номер 9. Вот уходила ли семерка черная, это вот хороший вопрос. Ну, вот то, что сейчас уходит четверка, это без вариантов. Представляю, игрок номер 4. Вот шериф, который будет пилить троих неизвестных игроков по нулю, это мне такой шериф вроде просто не нужен. Не нужен такой шериф. Да-да-да, может, это Бубликс показывать, да? Я бы смотрел, что красная проверка. Касперка еще могли бы быть. А шериф быть не может ни в какой реальности моей. Но если вы шериф, ну, я готов проиграть с таким шерифом. Извините. Шериф, который говорит, что он красный проверка, говорит, я буду пилить троих игроков, неизвестно кого, но два не пилятся, а потом пусть два уходят, ну, не знаю. Я в такую мафию не играю. Поэтому для меня пятерка рассуждает наиболее здраво, потому я поиграю еще с пятеркой. Тройка, да. Но если вы не дадите еще своего, я уже поверю, что вы дадите своего черного с черным. 10 секунд. Я уже вообще готов поверить. Пока я поиграю осторожно с 3, поиграю осторожно с 6, играю с 5. На карте 9, 5 и 3, 6 более осторожно. И это Ври, у меня игрок номер 10. Доброе утро, город. Контрольное остальное голосование игрока номер 4. Для меня игрок номер 4 никакой не шип, он как-то очень странно скрывается. И при этом не называет обе своих проверки, что было две ночи. Я для Уфова крикнул, он сказал, что я красная проверка, а черная не скрыл, что я красная проверка. Да, так что он мне не нравится. Так что смотрите, игрок номер 4 у вас. Уже две мафии найдены, 3-8, одна мафия ушла, так что вы спокойно можете уходить. Так что у меня шериф номер 8, 5 и 2 красные проверки. И я подумал, что семерка в принципе могла уходить и красной, потому как семерка голосовала с двойкой с красной проверкой. Еще четверка тоже был не против победить семерку. Так, тогда у меня получается маловато мафии, потому как девятка у меня по-красному говорит. И теоретически четверка мог своего черного дать черным, поэтому я не исключаю того, что тройка может быть черным. Но 10 секунд. Сейчас уходит игрок номер 4, кто тройка, будем думать потом. Спасибо, пас. Спасибо, игрок номер 2. Доброе утро, город. Забавно. Что это вы такое творите, господин Асмузис? Очень, конечно, любопытно. Мне вот интересно, у меня сейчас, ну, как бы, контрольно выставляю игрока номер 4, потому что вы считаете, что даже оставив баланса противовеса, когда вы говорите три черные, но три посидит, уходит два с какого-то перепугу, с которой вы с нуля играли с двойкой, вот теперь у вас два уходят, ну, как бы вы не остаетесь здесь, да. Вот, смотрите, понятное дело, то есть я же играю в версию, где восьмерка шериф, пять, красная проверка с пять играю, у меня получается мафия, значит, шесть, я перебываю, шесть, скорее всего, красная. Насчет тройки не знаю, вот 3, 9, 10 это наибольшая зона риска для меня, но помимо четверки, понятно. И это время. Мы переходим на голосование. На голосование стоят игроки 4, 2. Голосуем в порядке 4, 2. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 4? Спасибо, принято 6 голосов. Поставьте руки, кто не голосовал. Игрок номер 2 получает 1 голос. Игрок номер 4, ваша крайняя. Что игрок номер 2?
Думали, что мы вас не заголосуем. Если не днем, то ночью. Ну вот. Так. Так. Я бы стрелял игрока номер два. Вот. Я подсказываю свою мафу. Стрелять игрока номер два. Вот. Все. Удачи. Я думаю, что вот мои мафы выиграют. Сейчас смотри, сейчас два, вот, потом пять. Сначала два, потом пять. Я бы так стрелял. А вы там договариваетесь между собой, как хотите. Можете сначала пять, потом два. Но я бы лично сначала два, потом пять. Вот. Время. Мы прощаемся с игроком. И в городе наступает ночь. Все выключаем камеру. Мафия пишет, кого они стреляют. Дон и шериф пишут, кого проверяют. Доброе утро, город. Утро недоброе. Для игрока под номером 2. Ваша камера. Доброе утро. Смотрите, госпожа Мирабель, я вот слушала сейчас четверку, и я задумалась над вопросом, почему 2, а не 5. 5, в общем, получше разбирается в столе, значит, 2 шла, может быть, да, я так думаю, 2 шла в более правильном направлении. Что делала 2? 2 въезжала всю дорогу в 3. Смотрите, я думаю, что 3, да, а вот оставшиеся это 9-10. Вот так вот. 6 я завещаю красным, при всем при том. 6 заигрывала с 3, но как бы это ни о чем не говорит, красные игроки могут ошибаться. Я думаю, больше 10, чем 9. Вот так вот, потому что 9 он мог запутаться. То есть я завещаю... 10 секунд. Я рассматриваю, что 7 ушла черный. Я думаю, что 7 ушла красный. Вот. Думаю, 3-10 скорее. И это время. Мы прощаемся с игроком. Этот день открывает игрок номер 5. Я совершенно согласна, что скорее 3, а потом разбираться между 9-10, потому что для меня 6 тоже покраснее всю дорогу. 3. Выставляю игрока номер 3. И принято. Во-первых, 3 с 2 зарубались еще с первого круга. Ладно, при этом четверка поддерживала сначала 2, играл против 3. А потом, вот как я это видела, 4 сыграл настолько по-черному, чтобы ни у кого сомнений вообще не оставалось, чтобы никто его версию вообще не рассматривал, что он шериф. И тут же называет тройку черной проверкой. То есть как бы для того, чтобы мы сказали, раз лжешериф дает этого черным, значит, это однозначно красный игрок. Ну вот, мне как-то кажется, что нет. Поэтому я думаю, что сейчас уходит 3, а потом действительно разбираться между 9 и 10, причем 10 для меня даже как-то подозрительнее, потому что, ну, слишком уж он как-то вот, даже не знаю что, как-то слишком он правильно рассуждает. Игрок номер 6. Доброе утро, город. Когда игрок номер 4 объявлял тройку черной проверка, он отреагировал странно. То есть я это списала на то, что он не видел, что его объявляли черной проверкой. Он как-то не совсем адекватно среагировал. То есть красный игрок сразу бы возмутился, как это я черный. Поэтому я переобуваюсь. Сейчас круг троечки. Значит, если у нас семерка уходила красной, в нее втапливал игрок номер 10. Ну, я, правда, тоже, но она действительно была подозрительна. 9 всю дорогу я считала, что по красному идет. То есть он и по нулевому кругу объяснял свою позицию, хоть она была не позиционная игра, но он объяснил. 10 секунд. У меня 9 покраснее. Так, и четверочка, когда уходил, говорил, что мафы во множественном числе. То есть, скорее всего, их двое. Будем искать. Это время. Игрок номер 9.
Когда уходил Оззи, он сначала сказал маф, потом поправился маф, как бы, если кто-то не заметил. Мне так показалось. Поэтому, в принципе, семерка могла уходить, она могла так говорить и красная. Ну, мы будем исходить из худшего, что у нас два мафа за столом, поэтому голосуем, как у нас говорит точно красный за столом, потому что мы считаем, что Мирабель точно красная. И Мирабель сказала, будем голосовать в тройку. Кто может быть с тройкой? Ну, для меня это может быть в равной степени либо 6, либо 10. Я точно не определяюсь. Но как бы 6 рассуждает нормально, неплохо. 10 рассуждает позиционно тоже, как бы, на нем сказать, даже что для меня чернее. Если десятку, как бы, десятка играет позиционно, в принципе. Семерку втапливали все, потому что семерка говорила какую-то ужасную вещь по нулевому кругу. 10 секунд. Найти ее красное я, в принципе, не мог. Сейчас уходит... Ну да, это логично, что как бы Оззи вскрылся как бы так вот черным. И это время игрок номер 10. Доброе утро, город. Что, госпожа Грабель, хочу сказать, что если я слишком правильно играю, то ли по-черному, то есть у меня много красных ходов, значит я черный. Это называется антилогика. Но я красный. Смотрите, у меня действительно благодаря сломался калькулятор, потому как получился просто крупный остаток мафии. Только считайте, что Оззи писал в чатике, что 6, 7, 8 можно попилить. То есть он черный, он хотел поднять все троих красных на 3-3, значит 6, 7, 8 красные. Значит, семерка только уходила красной. Значит, тут получается 6, 7, 8 получается красные, пятерка красная проверка, и я знаю, что я красный. А тройка у нас черная проверка уже с рифа, то есть по логике получается красным игроком. И тогда получается, что последняя мафия это я и 9. Но я знаю, что я красный. И поэтому у меня получается, что Оззи, когда понял, что ему никто не поверит, он дал своего черного черным, чтобы в это не поверили. И тройка у нас получается черным. 10 секунд. Я тоже играю с городом, сейчас круг тройки. А потом по остатку у меня получается девятка, хотя, в принципе, он играл правильно. Так как Азмойс писал 6, 7, 8, можно поднять попилить. Время. Игрок номер 3. Доброе утро, город. Смотрите, выставляю игрока номер 9. Теперь по логике, 9. Зачем 9. Нужно стрелять было двойку? То есть, если вот эти вот зарубы странные, то понятно, что я в остатке. Мафии выгодно меня оставлять, когда двойка отстреливается красной, а в остатке тройка. Вот. Что теперь непонятно? Для меня непонятно, если мафов два за столом, то кто они, то есть? С десяткой я играю, пятерка красная проверка, шестерка все зарубы со мной играла. Значит, маф один за столом. Значит, маф один. Значит, семерка уходила черной. Значит, ну, соответственно, четверка, это понятно. Вот. По поводу того, что четверка дала у меня черной проверки, я не видел. У меня по 4 окошка здесь на телефоне, я просто не видел. А уже потом, когда он показал, я так, ничего себе, значит, тогда четверка не шерит. Все понятно, для меня все понятно. Это время. Мы перейдем на голосование. На голосование выставлены игроки. 3, 9. Голосуем в порядке. 3, 9. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 3? Спасибо, принято. 4 голоса. Поставьте руки, кто не голосовал. Игрок номер 9. Вы получаете 1 голос. Игрок номер 3. Ваша крайняя. А, вы серьезно? Ну, как бы постарался аргументировать. Не, ну все правильно на самом деле. 2, 3, 7. Сложно. И Оззи плохо. И... А, ну да, 3-4. 3-4 и 7. 7 дон. Вот. Тут сложно. Когда все мирные такие хорошие, когда красные проверки за столом, когда на Нер спалилась на Озиской, типа я красная проверенная, ну и как бы все понятно. Что семерка самая подозрительная, в остатке тройка из-за того, что миров много было. Так что все правильно, все хорошо. Мир, труд, май. Спасибо. Секунд. Спасибо. Мы прощаемся с игроком. И я объявляю победу города. Мафии были игроки 3, 4, 7. Дон игрок номер 7. Шериф игрок номер 8. Пару слов по игре. Город очень хорошо разобрался. Весь город замечательно. И разобрался уже по нулю. Многие нашли практически всю мафию. В лучший ход также вошла вся мафия.
игрок Осмозис постарался разбежаться со своим мафом, уйти черным таким шерифом, то есть он именно давил на то, чтобы ему не поверили, чтобы его проверки посчитали обе красными. Но такого практически никогда не бывает. Я просто не хочу приводить статистику, поскольку у меня ее нет, но чисто из моих личных впечатлений. Если игрок оставляет одного игрока, то не надо рассматривать, что если я лже-шериф и назвал кого-то черным, только одна проверка у меня. Возможно, что это был красный игрок. Это выгодно мафии. Но если у меня две проверки, и среди них оба черных, то, скорее всего, один из них реально черный. Так у меня сложилось впечатление по играм, которые были. И как бы, если бы я сидел на его месте, я бы сказал практически те же самые слова. Весь город разобрался, я не вижу, кому тут дать допы, все сыграли очень хорошо. Все, можете обсуждать, если хотите. Да, почему-то Киоди хотел поделить своего дона. Кси молодец. Чего?